спортивных средств слышу. Я ушел чуть левее, выше по склону. По мне стреляют. 300 от моего местоположения. Резидент на связи, живой? Резидент живой, на связи со второй группой, ожидайте. Говорят, твой скрипт не сработал. Задание выполнено. Сообщают, что задание выполнил. Ну, если в инструктаже ничего нету, пусть в произвольной форме что-нибудь придумают. Крайняк, у Снурка есть подсказка в Дискорде, старая. Так, ну они, предположим, координаты мне передали, я нажал данные полученные, а вот. Так, хорошо, уходим из автопик режима, переходим в боевой. Отступаем к Тигру. Пока что нет. Какова у нас информация по снайперу? На вышках не наблюдаю никого. Возможно, они сместились и движутся в нашу сторону поискать нас. Принято. Я со своей стороны тоже противника не наблюдаю. А что за выстрел был произведен в нашу сторону? СВД работала, какой-то снайпер. Но на вышках его точно не было. А, наблюдаю двух... Нет, а наблюдаю на вышках множество противника. Сместись левее на мою позицию. С моей позиции они все видны. Смещаться с позиции не получится.
Они возьмут эти 310, 320. Опять не видел. Стив такой сместился. На метке на своей актуальной. Я тоже не вижу, куда они попадают. Попробуем. Да, да, наблюдаем. Пуля легла ниже и правее. Ниже на 4 градуса, правее на 1,5 градуса. Пока нет. Отлично.
второй. Давай того, кто... Не пойму, какой это еще один. User left your channel. Кого вынесли? Принято. Подтверждаю на крышу уничтожения. Да, уничтожен, уничтожен, искал, подтверждаю, уничтожен. Давай того, который на дальней вышке. На 310. Никак нет. Да, понял. А, не видел попадания. Опять не видел. Возможно, дальность колеса включила. Я тоже не вижу. Я сейчас по КПП стрелял. Понял. Сними того, который туда на крыше еще один, тот, который под вышкой красный. А тех оставим на потом, поближе уберемся. Который на крышу лег. Есть попадание. Уничтожен. Давай сейчас. Да что? Сколько еще людей осталось? Еще двух-трех, и мы можем приступать к штурму. Так, в твоей позиции ХИС видно, красные ворота, въезд в территорию, там стоит один противник. Красный ворот. Я не вижу. Он тебя, скорее всего, за это. Давайте тогда КПП проверим. Давай КПП стреляем. А, дистанция 445. Судя по всему, промах.
Стенка была попадание точно.